Так, 28 августа 2021 год, Харьков, 19:54 по Киеву, второй дубль, начиная с этого кадра, потому как предыдущий дубль на нем закончил, и дабы была видна разница между светочувствительностью. Нет, почему ночной? Вон Венера, ее же видно, я снимаю объекты, которые хорошо видны. Вон на девятиэтажка, не видите? Подходите сюда, я вам покажу, просто в окуляр ее покажу. Полярная звезда вы имеете в виду? Ну, полярная звезда, конечно. Мы в северном полушарии, но у нас хороший ориентир в южном полушарии. Такого ориентира нет. Сейчас я наведусь максимально и отойду. Надо уж отойдет еще. Да ну это ж... Это же оптика сейчас такая. Вы понимаете, я фотоаппаратом снимаю кольца Сатурна. Это потрясающе. Я сам в восторге в полном. Так... Ради Бога. Это... Честное слово. Вот сейчас, если. Ночное видение, что там теперь есть какие-то. Есть, есть, я пользовался. Очень классная тоже вещь. Ночного видения есть, приборы. Вот, вот, вот это вот Венера. А видите, где она? Вот на девятиэтажке. Вот это между этими. Вот звезда. Вам не видно ее? Ну, мне не видно. Давайте я сейчас буду... Подождите, вижу, 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 вот она, о, вот она. Ну, прекрасно. Вот она. Так сейчас... это и есть Венера? Абсолютно точно. Сейчас я буду немножко смещать, потому как она, Земля вращается, и она убегает из кадра, соответственно. Да вы, господи, как это все знаете, это меня... Да прав... что ж тут знать? Правнучка все это учит, а я вроде как никогда в жизни не учила. Хотя по астрономии 5 было. Думаю, что я учила на пятерку? Сейчас... Это самый яркий объект после Солнца и... Венера, и да? Луны, да. На... Она ближе всего к Земле, да? Вы знаете, я даже вам сейчас не скажу. Марс, по-моему, бывает ближе. 62 миллиона. Я когда-то и запомнила. Марс. Вполне может быть. Вот я же не астроном, я рабочий вообще в цехе. Так что я как бы окупила себе. Приду, сейчас посмотрю. У нее есть этот... Ну, да. Вот, видите. Сейчас я ее вижу, вижу. Теперь, когда вы... А мне... вот посмотрите налево. Вот это же... Вот посмотрите сейчас сюда. Давайте я вам переверну сразу, чтобы... Видеозапись сейчас идет. Просто... Ой, вот посмотрите, видите, он да, звезды? Да, да, вот много звезд там. Это Юпитер. А сейчас я вам тогда покажу, если у вас время есть такие. Да вот... Есть, у меня такое вечное время есть. Я вам сейчас покажу. Ничего подобного не вижу. Покажу, сейчас вам еще Галилеевы спутники. Вот там сколько, 300-400 лет назад Галилей сделал же свой телескоп, да? И он первый, ну, по преданию, по крайней мере. Подожди, там мы увидели сейчас с вами... Венеру, так? Совершенно точно, да. А это вы мне сейчас показываете? Юпитер. Юпитер, боже, они, на, они в таких разных местах. Не, ну это же зависит. Они же двигаются. Вот видите, слева от него, посмотрите в глазок. Вот это глазок? Да, 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 вот туда посмотрите. Вы видите слева от Юпитера белое? Нет, подожди, тут я что-то вообще ничего не вижу. Глазок я ничего не вижу. Так, 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 ага, ага. Увидел. Ой, столько звезд там я увидел. Вот 4 Галилеевых спутника. Давайте я наведу, он уже убежал, да, наверное, из квадра, да? 4 было точно. А ну это ж надо было. Они уходят, да? Видите, Земля сейчас двигается. Ну, это да. Я же не вижу, что она двигается. А вы... Ну мы этого, конечно, не чувствуем. Где полярная звезда? Где она? Сейчас, мы еще слишком светло, мы ее просто сейчас. А в каком месте надо? Да вот я даже сейчас начинаю видеть чуть-чуть без этого. Без но спутников мы невооруженным глазом не увидим. Спутники, ну, что-то это только, я вижу. Только аппаратура позволяет увидеть. Ну это уже, знаете, мне кажется. Мой боже, мне берегутка. Что ж мы в школе учили? Я же не... Смотрю, внучки на эти. Ну, посмотрите вот сейчас в окуляр. Ближе, ближе к глазу. Буквально касайтесь глазами окуляра. Ага, вот так, 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 так. Все, слева уходит. Слева видите 4, да? Да, 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 вижу 4. Вот это идет ближе всего сейчас. Как они уходят, уходят. Это Ио, Ганимед, Калиста, крайний левый. Все, и Юпитер. Это 4.
4 галилеевца. И Питер сдвинулся, и Питер сдвинулся. Сбежал, да? Сбежал. Спасибо. Да ничего, я вот не пойму. О, а вон я уже вижу Сатурн. Сейчас я вам кольца покажу Сатурна. Раз вы говорите, у вас времени много. Сейчас я вам покажу и кольца Сатурна. Сатурн уже выше. Я его не мог сейчас поймать на предыдущем дубле. Еще слишком светло было. Юпитер от нас 601 миллион километров. 601 миллион километров? Я вам сейчас... Да, я вам сейчас про Сатурн скажу. 1 миллиард 351 миллион километров сейчас. Ну это гигантские просто планеты. Они в десятки раз больше, чем наша Земля. Поэтому мы их можем наблюдать даже с таких расстояний. Но сейчас нам еще повезло. Ну, мне, по крайней мере, как любителю. Небо чистое. Небо чистое, да. У меня сегодня день рождения, это мне подарок такой. Поздравляю. Спасибо большое. Сейчас подарок, смотрите. Аппарат этот? Да нет. Ну, аппарат я купил год назад, когда был этот коронавирус. Думаю, что уже в карантине буду сидеть. Видите? Да-да-да, вот она. Вот. Да, точно, как нарисовано у внучки в книжке. Ну, ой, это вы реально смотрите. Вот сейчас он так движется. В августе месяца 2021 года нынешнего... Все, ушел. Нет, я сейчас вижу. Он двигается. Кольца Сатурна, надо ж. Они на ближайшем расстоянии по своей орбите к Земле. Юпитер и Сатурн. Сатурн был 2 августа на ближайшем расстоянии, а Юпитер был 19 августа на ближайшем расстоянии. Ну это вы в день своего рождения мне подарок сделали за всю свою жизнь. Никогда ничего не видел. Я крайне рад. Очень приятно, когда кому-то тоже интересно свое увлечение. Понимаете почему? Я читаю, внучка в 5 классе, она в развивающем классе, там всякую ерунду учат. Каких только уроков нет, а я их читаю. Мне интересно, но я не запоминаю. Но в всяком случае... Вот эти вот кольца, ну, значит, запоминайте. Меня зовут Максим Костенко. Скажите внучке, послушайте себя. Вы сейчас на записи попали. Вот вы наш разговор. Конечно, наш разговор с вами можете внучке показать. И скажите, вот я видела Сатурн. Венеру, Юпитер и Сатурн. Да, ночью сегодня еще пойду, когда встанет луна. Спасибо вам большое. Да не за что, приятно было очень. Спасибо за ваш интерес. Показывает миллионы километров. Да. Ну как может быть миллионы километров? И вот оно, это самое. Ну, и... они просто очень большие. Луна, конечно, маленькая, но она очень близко. Поэтому ее я там, когда рассматриваю, кратер, это просто восторг полнейший. Да, это, конечно, у вас увлечение. Но эта аппаратура дорогая. Ну, я ее купил.